Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работает контроллер тачскрина, то на вашем дисплейном модуле может не работать сенсорный дисплей, то есть он будет, не будет реагировать на нажатие, либо дисплейный модуль вообще не будет работать. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.